находимся среди двух крепостей, которые буквально 400 лет тому назад защищали Гавану от набегов пиратов и бандитов. А сегодня это самая популярная точка для туристов. И именно отсюда видна вся Гавана, как на ладони. Главной функцией этих крепостей была защита входа в бухту Гаваны. Во время правления испанцев на Кубе у них была перевалочная база, куда под конвоем свозили добро из стран Карибского бассейна. А потом под усиленной охраной отправляли в Испанию. Крепость Эль-Морро – самая интересная среди всех крепостей Гаваны. Отсюда открываются потрясающие виды на старый город и набережную Маликон. И именно крепость Эль-Морро встречает путешественников, прибывших на Кубу на морских лайнерах. В центре Гаваны есть удивительное и загадочное место. Обычно о нем не говорят в путеводителях, но его стоит посетить. Это Гаванский лес. И здесь вы не встретите туристов или семьи с детьми. По той причине, что тут собираются маги и колдуны и совершают жертвоприношения. Ходить в этом лесу нужно аккуратно и смотреть не только на вершины деревьев и грифов, но и под ноги, чтобы не наступить на кости и перья. Партнер программы «Приорбанк».